Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. У Гомелі прайшоў святочны сход, прысвечаны стагоддзю беларускай міліцыі. Згодна з аператыўнымі дадзенымі рабочай групай Гомельскага гарвыканкама ад уплаты збору па дэкрэце нумар 3 у сувязі з цяжкай жыццёвай сітуацыяй вызвалена практычна 1100 чалавек. Беларускі культурны цэнтр сёлета плануецца адкрыць у Кітаі. Аб гэтым паведаміў міністр культуры Барыс Святлоў, які напярэдадзе наведаў Рэчыцу. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Словы падзякі, віншаванні і ўзнагароды. У Гомелі прайшоў святочны сход, прысвечаны стагоддзю беларускай міліцыі. Гісторыя самай масавай праваахоўнай структуры ў дакументах і асобах – тэма нашага наступнага матэрыяла. Днем нараджэння беларускай міліцыі лішыцца 4 сакавіка 1917 года, калі атрады баявых дружын рабочых узялі пад ахову найбольш важныя дзяржаўныя установы – пошту і тэлеграф. У Гомелі першыя атрады міліцыі, ці як тады называлі атрады народнай аховы, утвораны праз 4 дні. Адпаведнае рашэнне было прынята аб'яднаным выканкамам мясцовага савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Крыху больш чым праз тыдзень зацверджана і часовае палажэнне аб міліцыі горада Гомеля. То быў вельмі няпросты час. Хоць по великим рахунку, легко супрацовникам органов внутренних справ не приходилось николи. Годы гражданской войны, Великой Отечественной войны, Чернобыль, криминогенные точки и горячие точки на постсоветском пространстве, Афганистан. И везде они с честью выполняли свой долг. Только за апошние 5 годов орденами и медалями Республики Беларусь узнагароджаны 314 супрацовников милиции Гомельской области. Подчас урашистого сходу ад имя аблвыканкама областному управлению внутренних справ уручается сертификат на узмацнение материально-техничной базы, а его супрацовникам гоноровые грамоты. Гэты вечер увогуле можно лишить своеобливым подведением выников деятельности самой массовой правоохранной структуры, от якой залежит безпека людей. Причем не только на Гомельщине. Сегодня супрацовники милиции региона активно взаимодействуют с коллегами соседней Бранской области. И это приносит корысть жихарам обеих краин. Очень плотное, скажу, взаимодействие идет оперативный служб, неплохое взаимодействие по линии ГИБДД. Конечно, мы в рамках совместных приказов работаем, планы не допустить террористических каких-то провалов, ну и, естественно, минимизировать все криминогенные риски. Особливо свято белорусской милиции у тем, что яе супрацовники николи не могут собраться разом. И справа не в отсутности отповедных залов. Нехто обовязково будет находиться на дежурстве, как обеспечить реализацию бадай самой головной силы – силы закона. Олесь Унцюров, Ольга Коновалова, Павел Антонов, телерадокомпания «Гомель». У виртуальной просторы, где активное меркование проблемных пытаний у сферы предпринимательской и увогуле экономичной деятельности. В отповедности с доручением администрации президента на национальном правовым интернет-портале «Право.by» и правовым форуме Беларуси «Форум Право.by» створена специальная пляцовка для того, как каждый мог выказать свои меркования об умовах ведения бизнеса у республики. Работа накированная на выявление лишних потребований, которые предъявляются до субъектов господарения, а так само на удосконаливание контрольной деятельности. И зараз Национальный центр правовой информации собирает пропановы по этой проблематике. Для чего на национальном правовом интернет-портале створена сторонка со зворотной сувязью, а на правовом форуме Беларуси тема для обмеркования даденного пытания. До 20 соковика любой человек, не только представники субъектов господарения, может досылать и выносить на обмеркование свои пропановы, у темлику связанное со скорочением колькости проверок и подстав для их проведения. Альбо что тышится администрационных барьеров, якія перешкаджают бизнесу. Створаная при выканавших комитетах рабочая группа протягивает разгляд заяв об вызволении от уплаты сбору на финансирование державных расходов. Причем отповедная работа проводится на всех узровнях. Олег Сентеров потекавился решением, якие принятые у Ветковском районе. Самой проблемной тут оказалась ситуация с вязковцами, якие занимаются выключно подсобной господаркой. Агрогородок Малые Нямки Ветковского района. Территория практически пограничная. Усяго просто некалькі километров начинается Российская Федерация. Правда, на мясцовом житті это практически не отбивается, за выключением одного момента. Некоторые малонямковцы створили в России семьи и переехали туда на постоянное место жихарства, хоть и покинули белорусскую прописку. Коли стало питание по плате сбору на финансирование державных расходов, створенной при сельвыканкаме рабочей группе, каждую такую ситуацию пришлось разглядать индивидуально. В этом же списке оказались так само женщины,
якая перенесла несколько операций, а тому протяглый час не працавала, шматдетная мать и студент. После обмеркования подаденных заяв этих людей от оплаты сбору вызволили. Больше складанной оказалась ситуация с вязковцами, которые не працуют на предприятиях, а занимаются выключно подсобной господаркой. Хотя тут решение нашли худко. У речи все члены комиссии живут у сельской местности и добро ведают, что это такое – працавать на земле. Это тяжелый труд. Это только кто не пробовал держать коров, свиней, тот считает, что хорошо, у вас все свое. Но, как я всегда говорила, на селе у нас нету ни выходных, ни проходных, я не знаю, как назвать. Это тяжелый физический труд. Позволение от сбору на финансирование державных расходов утримал и Юрий Климушка. Его семья, это жонка и трое детей. Некогда мужчина працавал рабочим на ферме, где после скорочения працовного места вырашил заняться пособной господаркой. Зараз на подворку около 25 курей, прикладно столько ж свинью и корова, плюс гектар земли. Правда, не выключено, что уже весной эта площадь повеличится еще на 3 гектары. Кажет, что вариантов регистрации у якости фермера, покуль не разглядая, тут уже совсем меньше масштабы вытворчести, але додатковую землю у аренду вероятно, возьмем. Если земля будет, увеличим поголовье свиней, плюс еще дополнительно одну корову и около сотни две курей, бройлеров добавим. Сегодня около 60 жихаров Малонямковского сельсовета працуют у местовой господарцы, прикладно столько же у социальной сферы. С категории так званых утриманцев тут оказался только один человек. Для махчимости уплаты сбору за им, вероятно, будет заключен працовный договор. Сярод махчимых шляхов занятости сельского насельства работа по добропорядкованию. С непрацующими сельсовет может заключить договор, как пограбовать огороджу и покосить траву. Правда, работа это все-таки часовая и протягивается с красовика максимум по кастричник. На сегодняшний день все звороты вязковцев об уплате сбору на финансирование державных расходов у Малонямковском сельсовете разгледжены. Становчее решение отримали усе вязковцы, которые постоянно проживают на этой территории и занимаются подсобной господаркой. У речи это так само вытворчасть продуктов харчевания, которые у агульном караваи не лишние. Олег Сентюров, Павел Антонов, телерадокомпания «Гомель», Вятковский район. Згодна з аператыўнымі дадзенымі, на разгляд у рабочую групу гомельскага гарвыканкама поступіла амаль 1600 зваротаў. Задаволена, улічваючы цяжкую жыццёвую сітуацыю грамадзян, практычна 1100. У першую чаргу па прычыне праблем са здароўем, якія не дазваляюць працаваць. Таксама вызваляюць тых, хто даглядае за хворымі роднымі. Сярод аб'ектыўных прычын таксама платнае навучанне. Многія з тых, хто не быў размеркаваны пасля вучобы, не паспелі ў 2015 годзе самастойна працаўладкавацца. Дарэчы, рабочая група не адмаўляе і ў паўторным звароце. Все паўторныя заявленні, як правіла, они касаюцца, што былі адказаны до начала работы рабочай групы, то есть до февраля 2017 года. Поэтому мы пересматриваем и освобождаем, если видим трудную жизненную ситуацию. Дарэчы, сёння па ўсёй краіне пройдуць бясплатныя кансультацыі адвакатаў па тэме дэкрэта нумар 3. Грамадзяне змогуць задаць спецыялістам усе хвалюючыя пытанні. У прыватнасці даведацца, як правільна скласці заяву на вызваленне ад уплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў у сувязі са складанай жыццёвай сітуацыяй. Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў наведаў Гомельшчыну з рабочым візітам. Ён азнаёміўся з тэхналогіяй вытворчасці і прадукцыяй адкрытага акцыянернага таварыства «Рэчыцкі тэкстыль», а таксама сустрэўся з працоўным калектывам прадпрыемства. Гаворка ішла аб развіцці сферы культуры, беларускага кінематографу, сучаснай эстрады і нацыянальнай мовы. Работнікі прадпрыемства «Рэчыцкі тэкстыль», напрыклад, цікавіліся планамі творчай дзейнасці кінастудыі «Беларусьфільм», рэнтабельнасцю паслуг кінавідэапракату, метадамі падтрымкі нашай роднай мовы і перспектывамі развіцця беларускага шоу-бізнесу. Падчас размовы яны атрымалі канструктыўныя адказы на ўсе свае пытанні. Таксама міністр культуры Рэспублікі Беларусь Барыс Святлоў агучыў, нягледзячы на тое, што год культуры ў нашай краіне завяршыўся, 2017 будзе багаты на цікавыя падзеі. Пачынаючы ад правядзення традыцыйных нацыянальных фестываляў да рэалізацыі сумесных міжнародных праектаў. Одно из ключевых мероприятий, которое тоже состоится еще в первом полугодии, это открытие Белорусского культурного центра в Пекине. Мы сейчас готовимся к этому. Это будет тоже реализация тех указаний, которые мы получили в результате общения глав двух государств, Александра Григорьевича Лукашенко и Си Цзиньпиня, когда в 2015 году происходил этот визит. И вот сейчас мы реализуем его уже на практике путем открытия такого центра.
Подчас посяджения президиума Гомельского областного объединения профсоюзов обмерковали выполнение решения 5-го пленума Совета Федерации профсоюзов Беларуси. Сярод основных задач – створение новых первичных организаций и заключение коллективных договоров. Профсоюзные организации должны быть на каждом предприятии, независимо от формы власности. Так, летость было створено 67 новых первичек, у тем лику 49 у недержавном секторе экономики. Сярод актуальных питаний так само профилактика вытворчества травматизму. Технічные инспекторы працы в минулом годе провели мониторинг больше як на 900 предприятиях в области. Выявлено каля 10 тысяч порушений. Поставлена задача повысить эффективность контролю. Особливая роль отведена громадским инспекторам, которые покуль не в полной мере задействованы у вырашении проблемы. Плануется узмацнить работу у сферы коллективно-правового регулирования. В тех организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, будем добиваться создания и принятия коллективного договора. Усилим свою работу, чтобы коллективные договоры были направлены на социальную защиту, на улучшение социальной защиты граждан, на повышение заработной платы, на увеличение производительности труда. У Гомеля вызначили пераможцев заключенного этапа республиканского конкурса доследших работ по замежных мовах. У певной секции английской, немецкой, французской, испанской и китайской могли удельничать по 3 представники от каждой в области. Усяго доследшие работы по замежных мовах представили каля 80 школьников. Самой популярной была секция английской мовы. Яе выбрали больше як 20 удельников. Самой же нешматликой стала китайская секция. С работой об развитии китайской скрипичной школы диплом первой ступени завоевала Навученко Гродинской городской гимназии. Мой папа из Китая, и мы там проживали какое-то количество времени, и мне пришлось его выучить, но мне кажется, что он не только сложный, но теперь он очень нужный. Китай, как бы, у него продвигается экономика и все это такое, и он сейчас очень нужен. На рахунку школьников нашего региона 2 призовые места. Все удельники отримали дипломы, специализованную в учебную литературу и памятные сувениры от представников посольства у Венесуэлы и Франции. У Гомельском державном колледже народных мастацких промыслов открылась выставочная зала «Христианские сюжеты у мастацтве». Гэты проект – творчая оборона дипломных работ. Штогод выпускники установы объединяют свои намагания у распрацовцы одиного тематичного проекта. Сёлета будущие дизайнеры занимались оформлением выставочной залы, присвеченной христианским мотивам. Рельефные композиции адлюстровывают иконографию, начиная от створения свету Вавилонской вежи до хронологии життя Иисуса Христа. Это сюжеты, которые адлюстровывают благовешение, рождество, водохреща, преображение, распятие, воскресение и узнесение. Сюда уходят репродукции живописных полотнов и икон, а так само текстовое описание. Другая частка – поменьшенные копии таких православных сбудований у региона, как Свято-Микольский Мушинский монастырь у Гомеле, Успенский собор у Речицы, Свято-Покровская церква у Карме. Сегодня вечером на телеканале «Беларусь 4» ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» отзначат Всесветный день иммунитета. Как змагаться с вясновым авитаминозом, у чем минусы ранешней зарядки и чем небеспечный гранат. Про это и иншее сегодня пойдет размова у прямым эфира. Глядите программу у 20:35 на телеканале «Беларусь 4». Телефон у студии 37-519. И это была опошняя информация выпуску. Для вас працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.